Что, как ты, блядь, как уютный человек, все в перчатках. Ну есть. Да уж, нет. А они только вот минут 10 назад ушли в баню. Спать что? Ну, так, прилично. Вон, постучи, они закрылись. Чего, уже спите, что ли? Не снимай. Не снимай, мы не спим. В смысле, снимай? Сейчас встану. Мы уже слышали. Что я слышал? Что ты приехал. А что, говоришь, не снимает? Не, я пока не нужен, Леха. Убери пока камеру. Пожалуйста. Зачем? Да, блядь, не нужен. Ну, это борода, блин, нахуй. Нужен. Ну, ладно, что-то. Не надо, нахуй, нужен. Еще. Блядь, интересно. Это, Леш, знаешь, что? Тот же Коля начинает там жабу давить, типа в одном помещении же там, вы там что-то, ну у них свои же дела, он же мужик с бабой, там, охи, ахи, ну мало ли что, ай вы там мне мешаете, хуяете, вот они в бане нахуй сюда съебались нахуй. Атас, что ты, выходи тоже. Здорово, здорово, Лех. Лех, привет. Как я выйду, что? Не, нифига себе. Привет, Лех. Здорово. Чего там, отдыхать маленько? Ну, у нас два выходных. Смотрю, градус-то подняли маленько, бля. А? Градус подняли, хорошо вам, да? Да я пришел, они уже не подумали. Без меня, блядь. Мозга и бакеряк мы. Че, выпить-то есть у вас? Нет. И не надо. Не надо, нет. Леха, не все, надо. Все. Че же вы так? Все. А я вчера вам звоню, вы трубку не берете. Вчера сюда приезжал я, никого здесь нет. Мы вчера на работе были. Мы на работе были? Я сам открыл. А это хуйня? Да. Нет, мы на работе были. Нет, вы это, может, на работе были? Мы два дня отработали, сейчас у нас два дня выходных. Я там закончил все, блядь. Мы все закончили с плиткой, там все это. У нас. Все сейчас нам законы два выходных. Ага. Завтра еще тоже выходной. Что там есть еще что-нибудь спиртное? Спиртного нет. И не надо, я не хочу. Я не буду даже. Блин. Я вообще не хочу. Не деньги есть, если хотите сходить. Нет. Здесь уже нету, сейчас уже не продают. Да? Ну пиво баночку могу делать. Леха, все, мы уже будут. Все с этой хуйней. Эти не будут. Леха, мы с этой хуйней завязываем все. Бухаро, все завязываем. Ты позвонил. Все, ну, хватит, да. Нахуй. Насчет жилья что-то сказал там, правильно? Ну, я что-то слышал, ты разговаривал, что-то хат там что-то. Так я же говорю, вам вчера звоню, вы трубку не берете. Ну, мы на работе были. Я же не могу только вашими делами заниматься, понимаешь? Нету, слов но, нету. Он, может, просто на работе были, а телефон-то в другой этой системе-то. Он поэтому не смог взять, может быть. Ну, там мешалка работает. Это дрель работает, нахуй. Тут болгарка работает, там ничего не слышишь, нифига. Там же все так вот, все кишмишно. Ну вы что-то пьяненький, по-моему, нет? Ну это мы уже сегодня. Мы сегодня уже сутречка. Ну пока бабоса есть, хули. Ну, нет, не в том дело. Пока, ну как есть, говорим, нет, блин, какая разница. Пока у меня выходные, денег, да? Не надо. Пока у меня я просто люблю, когда люди самое честно открыто разговаривают. Ну что, открыто мы разговариваем? А что открыто говорить? Мы людям документы вернули. А эти люди им заплатили за эти документы. Каким людям? Какие документы? Морпех, блядь. Короче, блядь, такую хуйню. Какой-то бабе насадил, нахуй, блядь, там документы. Сумку, что ли, блядь, что, блядь, хуево. Сумку, телефон, блядь, который, блядь, стоит, блядь, 25 рублей, нахуй. 25 рублей телефон. Насадил, короче, нахуй. Пошли, все, я все забрал отсюда, нахуй. А мы это все вернули. И вам что, отблагодарили вас? Отблагодарили. Да. Каким образом? Я сказал, что... То, что, короче, я, короче, купил. Я купил. У него. Типа мужик подошел. Ну, не у него конкретно. Ну, сказал у мужика, короче. У мужика купил. Я говорю, если ты, говорю, мне деньги, говорю, отдашь, то, что я говорю, я купил. Это твои документы, ты мне, говорю, деньги отдашь. Я говорю, тебе, говорю, сколько она вам там дала? Полторы тысячи или полторы, две? Полторы, да. Полторы. Ну, больно хорошо. И что? То муж сам в Казани, в командировке, он перевел. Перевел. На карту скинул, на. Она пришла, она такая, знаешь. Бухая пришла еще, ёпта, блядь. У меня день рождения, дайте мне на дорогу. А морпех сам где? Его нет. Вообще не знаем, где. Хуй узнать, где он, блядь, шарахается. Я сюда вот где-то час назад пришел, да? Да.
Зашел мне Валера, вот в красной кепке, который, ну вот этот, оборвал. Он говорит, морпех был, вот только сейчас, говорит, там, ну вот час назад на этом, на фонтане, короче. Пошел, говорит, в туалет, и все, и нет его. Коля ходил. Кто ходил? Колька. Я вот, Коля? Это, Лех, не пойму, что ты камеру шарахишься? У вас, блядь, камера помогает вам, блядь? Не в том дело, видишь? Это? Леха, он же, блядь, цифрует все, что надо, там он оставляет, что не надо, он нахуй не оставляет. И в концовке мы, Лех, документы-то вернули. Все карточки вернули. Отдали все. Все, телефон отдали. Спасибо-то вам сказали. Знаешь что, Леха, вот эти же карты детские, школьные, детские, там, садик нахуй, мы все отдали, все вернули. А Канадчу пришла и говорит, дай мне на обратный путь, говорит, дорогу, 100 рублей. Я говорю, ты дурочка, говорю, ты пришла за документами, за телефоном, за всей ерундой, и ты у меня сейчас, говорю, 100 рублей спрашиваешь. А Марпеха где нашел? Здесь с вами пила, что ли, она? Нет, Марпеха, где-то там выцепил. Он там выцепил на всю эту хуйню. На фонтане или где-то. С ней бухал, короче, да? Он сказал, да, по ходу дела подобрал где-то. Да. Она, короче, вырубилась. Она уже бухает. А муж как сказал? Ну это с ваших слов. Муж как? И он у нее, короче, сумку смахнул. Да. Муж как сказал? Да, да. Я, говорит, в командировку пакет. Уезжаю. Пакет наш. Она, говорит, на 3-4 дня, говорит, бухает. В загул уходит. Да. Похуй, говорит, на детей, на все, порос, говорит, все. Говорит. Я, говорит, уже, говорит, и пизды, говорит, я оставляла, и все, блядь. И в концовке получается, ну, не знаю, как получилось, но... Она эти документы все потеряла, блядь, или морпех у нее, блядь, я не знаю. Факт, что он сюда их принес. Мы людям добро сделали. Ага. Понятно. А сейчас-то что сами-то, как видите-то вообще? Ну, сниму я вам сейчас хату. Какие мысли-то? У меня работа есть, братуха, у меня работа есть. Меня ждут на работу. Деньги есть, все. Ну, ты же понимаешь, что за хату отдавать деньги надо будет? Я знаю. Вот я поэтому говорю, если есть хата... Если даже сегодня заселимся или завтра с утра, у меня послезавтра будет работа, нахуй. Я пойду на работу. У меня прямая работа есть. Официальная работа. Я устраиваюсь на работу, все. Меня на рынок зовут. Ее на рынок, нахуй. Все. Деньги постоянные. Вот я поэтому говорю, мне в данное время нужна хата. Чтобы я мог в челах обосноваться. Не вот так вот, как эти. Да. Зовут Айдар, поехали в Чистополь. Опять на фирму. Нет, я просто, Леш, знаешь, что я вижу, блядь? Я не хочу. Просто вижу, что ты бухаешь, нахуй. Ты приходишь сюда и бухаешь. А ему как? А я если как бы если буду, мы приходим буду ночевать? Сюда без я этого? Прихожу без этой хуйни, прихожу, он меня выгоняет из дома. Начинает высказывать. Он мне говорит, все, иди отсюда, ты пустой прошел. Нахуй. Прям ты так говорит, да? Да. Нахуй ты, говорит, мне нужен. Иди отсюда, все. А если этого не будет, а куда я пойду, Леха? И что получится? Как мы сделаем? Ну вот я же вам вчера звонил, я же вот вчера готов приезжать. На машине был, уже ездил. Мы вчера на работе были. Ну я понял. Ну вы хотя бы когда на работе трубки-то берите, блядь, с телефона. Я же тебе говорю, и болгаркой, и этим. Ну да, этим. Да. Я же не злюсь. Тоже, он мне тихо работает, нахуй. Я же тоже не могу Лёха разорваться. Тоже просто так не сидим же. Я же не спорю, Наташ. Я же вам только совет даю, говорю, это. Как что надо делать. Не, вот теперь как же это, ну, можно будет разобраться. Как нам лучше сделать? Вот сейчас я тебе для чего сюда приехал? Найди хату. Однокомнатную, похуй, двух. Ну. Найди, договорись. Угу. Чтобы хата была цивильная. Не какая-то хуетень там, знаешь? Все, там. Понял, я тебя понял. Вот. Давай-ка все. Я завтра эту хуйню займусь. Займись, я приеду, посмотрю. Все. У нас завтра еще выходной. Давай. Лёх, у нас завтра еще выходной. Ну, у вас понятно, у меня вот я завтра, мне надо ехать. Он же говорит, что нам часто объясняет же, найди однокомнатную квартиру или двухкомнатную квартиру. Да мало ли, мало семейка. Посмотрим. Все. Нет, мало семейка мне не нужна. Мало семейки не нужна. Мне нужна квартира. Квартира нужна. Нужна, чтобы вот именно там давай была. К этому подойдем. Кому? К твоему знакомому-то. Ну, чтобы он там цену за нее не рубил, знаешь? Нет. Такая цена. Вот момент. Он в Авито пускай войдет. В пределах какие? В пределах. Ну, позвонишь, скажешь, какие там пределы. Все, добро договорились. Я откуда знаю там. Все, добро договорились. Я вот раньше, когда... Короче, завтра, короче, я у меня на полную тему, короче, я еще квартиру. Да. Все. Лех,
Ну, уже я тебя ждал. Ну, давай еще раз, давай. Красавчик. Пацаны, все нормально. Я говорю, раньше свою снимал, я платил 12, плюс счетчики. Ой, знаешь, Лех, сейчас мимо проходим, нас уже. Робинзоны, привет. Ютубу привет, блин. Короче, прохожу по этому. Этот же есть парк. Здесь-то. Иду с ней. Я в маске иду. Ну, что? Чтоб не видно было. Она в очках, в кепке. Робинзон говорит, привет. Я нихуя себе. Я говорю, Наташа, пошли, говорю, бегу, пошел нахуй. А что, почему? Вам люди многие помогают? Нет, они, они помогают. Я вам помогал, нет, блядь. нет, они помогают, они слов нет. А они пьяные были в хлам. Ну, разные бывают же. Да, они пьяные сидели. Ты думаешь, вот тебя узнают, а думаешь, меня не узнаешь, что ли? Ты, Леха. Так, короче, завтра решаем всю эту проблему. Все, да? Завтра. Я же говорю, я за вас же делать ее не буду. Ищите. Нет, нет, нет. Ну, с тебя надо, чтобы там чистота, порядок был. Это, Леха, это без базара. Это во-первых. Порядок у меня всегда будет. Ты же сам знаешь. Но тут я уже чисто за этим порядком. Я, Лех, уже устала. Потому что никому ничего не надо. Я с работы прихожу. Вот с ним 7 часов, 8 часу прихожу. У них такой же бардак. Я тоже устаю. Я говорю, ну пацаны, блядь, ну можете хотя бы воду привезти. Ну хотя бы что-то печку разжечь, правильно? Я знаю, что такое жить не у себя, блядь. Я говорю, ну это же можно сделать? Можно. Но им не охота. Вот они встали утром, все. Упиздили. И вот это вот искать. Все, им больше ничего не надо. Завтра, блядь, нужен будет телефон. Только нет. Смотри, Сидоровка какая-нибудь там не надо. Надо. И новый город не нужен. Либо ГЭС, либо Зяб, короче, либо Замеликеси. Где-то вот здесь, да? Ну, в нашем районе здесь. Надо. Поблизости. Может, ты что-нибудь разузнаешь? Я сам, если у меня завтра время будет, я обязательно посмотрю. Лех, постараемся. Ну, сами смотрите, я же вам предлагаю. Завтра вот у меня есть на команде еще, блядь, 150 рублей, нахуй. Закинем. На телефон? На телефон. И возьму газету, объявление, и завтра будем прозванивать нах всех, блядь. Да? Завтра, блядь, нужно прозвонить, найти хату, нахуй. А нам что, этот... Че? Нам пойти сами смотреть или вместе пойти смотреть, нахуй? Нет, он сейчас занят будет. Вы посмотрите, чтобы цивильная была. Чтобы не была какая-то там это забегала. Ну, это... Чтобы ремонтик был хороший. Ну, не клоповник, ни хуё, да, да. Нормально. Чтоб там присутствовало. Ладно. Мебель, хуебель, кровать, там шифонер, там все дела. Все чтобы... понятно, да. Пусть с ним последние деньги, блядь, на телефон вкинул нахуй. Леш, ну нет, не прибедняйся уж. Мне это без разницы, последние эти деньги, нет? Нет, ну я понял тебя. Нет, ну чтоб. Я как думаю. Ну вот я сейчас смотри, я сейчас сидел дома. С тобой созвонился, со приехал, что, блядь, вот у вас вам надо, понимаешь? Чтоб сюда приехать, надо же тоже на такси, блядь, туда сюда. Я понял. Бардуха, я тебя понимаю. Вот у меня есть на кармане еще чуть-чуть нахуй. Я завтра на телефон закидываю, покупаю объявление, ищу квартиру. Мы же с тобой договорились. Да, все. Да. Все, брат, все. Двигайся, занимайся. Это, ну, не на месяц там, а как бы сейчас у меня проект там пойдет. Мы будем сидеть на стримах, ты, ну. Наташка там, да. Валерку там мы пригласим, там кого-нибудь еще там, ну, это, ну, чистых людей. Чтобы дома там всяких бекусов не было, грязи. Так, если там отмыться надо будет, переодеться, перестираться. Такой момент. Чтобы машинка стиральная была, чтобы раз. Обязательно, обязательно. Чтобы все было, вот. Машинка. Да, 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 да. Там, что там? Чайник, майник, блядь, сковородка, кастрюля, что там. Там уж все будет. Нахуй. Плитка, чтобы была, все это. Ну, плита, как уж в квартире нет, блядь. Газ уж будет, нахуй, по-любому. Аккуратно. Давай, завтра пробегаемся, все. Вот вам задание такое. Завтра будем заниматься. Да, да, да. Завтра все, завтра у меня вот у меня работа, иду. Нет, я не буду пить. Ну вот пока у вас, вот вы правильно, молодцы, пока у вас возможность такая выдалась в данный момент. Да хватит, сколько уже можно. Надо вам за нее хвататься. Не буду, я даже если тебя будут тут оставить на столе, я пить не буду. Там, кстати, сейчас пойдем назад, скорее всего, морпех там. А мне не, Мар, я не пойду пешком никуда. Я пить не буду нахуй. Я приехал, уехал, мне сейчас вон на шашлычок там тоже ребят зовут. Ну правильно, тебе тоже отдохнуть надо. Че? Вон мы что-то пиццу заказывали здесь, что? Да нет, это
Это коробки нет, это нашли. Морпех для растопки. Это морпех. Не они, а морпех, по-моему. А что не это, не морпех, не звоните его вообще никто. Что-то я тут 3 дня, что ли, 2 не был. Вчера я приезжал. У морпеха телефона нет. Ты был бы позавчера здесь. Нет, вчера я приезжал, здесь сам открыл, зашел. Вот здесь замок висит, короче. 2 дня на работе были. Двери, никого нету. Потом те же Ленка говорила, жена моя, она тебя видела. Я спросил у нее, говорю, а где Леша? Не знаю, говорю, куда ты поехал. Я вот смотри, вот ты говоришь, да, ванна, нахуй. Бля, была бы тут ванна, я бы, знаешь, я бы с удовольствием в эту ванну бы залез, нахуй, сейчас, бля. Ну, конечно. Распариться, бля. А ты говоришь, у тебя ванна, бля, мне баню охота, ёпта. У тебя и ванна есть, ну, нахуй. Чего там, бля? А ты что еще в баню ходишь, нахуй, ёпта, бля. Ёха, ты... Так, подожди, мне, бля, утром нужно побриться, нахуй. Да. И хату, блядь, искать, нахуй, нужно, блядь. Хоть бы у них денег еще перевел. Что, блядь, всем деньги надо, да, блядь? Денег брать, блядь. А что, клад еще, что, кому блядь? Денег не надо, блядь? Особенно женщинам, блядь. Караул, нахуй. Их нельзя вообще выпускать никуда, блядь. Че, ладно, давайте вы-то отходите. Все, все. А завтра решайте вопросы потихонечку. Я сегодня пить тоже не буду, все. Бля, вообще пить не... Водка, все. Водка, блядь, тормозит, нахуй. А эти, нахуй, пусть... Эти пускай, пускай сами тут шевелятся, блядь, сами, нахуй, в натуре, блядь. Потому что, блядь, нужно, блядь, сделать дела, нахуй. Дело дохуя. И работа дохуя. И работа дохуя, блядь. В самую первую очередь, блядь, нужно, блядь, найти. Завтра газету купим с утра и будем пробивать. Будем смотреть. Бля, может, блядь, пробежим с блядь, у нас там в районе здесь нигде нет, нахуй. Я что-то объявлений сдаю квартиру, там что-то не видел. Да. Есть, да хуя, вон, есть. Да их в интернете много, блядь, замхату там. Их в это нужно зайти, на Авито надо, да. Авито есть? Авито, нахуй. Это ясно, что Авито, блядь. Заходишь там, там их дохуя, нахуй. Они прям сразу даже показывают. Да, как комната, как все там. Помнишь, все... это нам это... Димон показывал. Димон показывал, Димон блядь. Показывал. Вот 2 дня у нас сейчас выходных. Да, да, да. Понял. Мы же просто так тоже не сидим. А что просто так сидеть, Наташа? Конечно. Тебе же никто не пронесет, не даст. Ты думаешь, я конечно. Просто так сижу, что ли? Я вот даже приезжаю сюда... Я, блядь, убиваю свое время, жизнь, блядь, вот, ну, чтобы вот это все снять. Средства какие-то там, да? Это же не все, не безмерно, блядь, я же не мажор. Ну, понятно, понятно, конечно. Так что вот вам, короче, Алексей, задание. Этот. Завтра у меня делайте, день. Делайте, занимайтесь, все в ваших завтра, руках. Да, все, все, я понял, брат, все, ага. Я понял тебя. Так что, Наташка, давайте, вы, он вас напрягает здесь пиздец, походу, да? Ну, это блядь, что, в бане живут. В бане жить, это пиздец, да? Да, давай, это... Блядь, непостижимо, куда, еще Леха? Еще принеси ему покушать, еще принеси ему это. Я понял. Ладно, давайте, занимайтесь. Что подписчикам скажешь? Подписчики, от души вам все, пацаны. Спасибо от души за спасибо добро. За добро. Вы меня выручили. Еще не выручили, ты еще ничего не нашел. Пускай, все равно все это будет. Все, ладно, давайте. Алексей, давай. Боже, одуванчик. Ha, 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 ha.